Сегодня мы сняли апартаменты в городе Аникчай. Так, что, ребята, будем смотреть. Здесь такая гостиная, кухня. Это небольшая квартира. Так, всем привет. Мы решили еще остаться и переехать. Это в самом центре, посмотрите. Сразу у нас прогулочная, вот там дорожка, видите, фонтан, тут сразу костел, и вот здесь вот сразу внизу стоит моя машина, то есть в самом-самом мы центре, да, здесь вот так выглядит кровать, но знаете что, почему я искала, ну я искала, во-первых, чтобы был центр, я смотрела, да, здесь шкаф, ну, как бы нам не надо. Но что были занавески. Вот для меня очень-очень важны занавески. Почему-то большинство апартаментов, даже вот в Юрмале я как-то снимала отель, они почему-то не имеют толстых занавесок, да. А мне это очень-очень-очень важно, скажем. Ну, вид очень красивый. Мы прям в самом центре. Сейчас пойдем вот гулять туда к фонтану. Вот, вот, видите, фонтан забил. Так что апартаменты стоили, сейчас я посмотрю, мне кажется, 41 евро, что ли, или 49. Здесь есть кухня, так, сейчас посмотрим, что здесь. Ой, смотрите, даже есть чай, кофе, сахар, ну, такое минимальное, то, что можно приготовить чай, салфетки, ой. Посмотрим все приборы, холодильник, так, мусорник, ну все, то есть типично, ой, обычно, ну готовить мы ничего не собираемся, так, и здесь тоже, смотрите, даже есть гель для душа, есть шампунь, то есть все очень даже здорово, так что, ребята, мы переселились. Такие апартаменты. Ой, фен, смотрите, туалетная бумага для обуви есть. Так что отдыхаем.